У тебя есть парень? Нет. Какие минусы быть одной? Очень неприятно тратить свои деньги. Привет! И пока женщины, которые упорно зарабатывают деньги, да, бесят тоже других женщин. Кстати, знаете, я что заметила? Женщины, которые зарабатывают, которые действительно стараются быть сильными и независимыми, бесят и мужчин, и женщин. Таких женщин вообще никто не любит. Вообще никто не любит. Серьезно. Потому что для карьеристки, для мужчин это плохо, она такая сика, она только о себе думает, а не о семье. Карьеристки это плохо для женщин, потому что фу, она вот такая вот себя строит сильно независимую, почему мы должны под нее подстраиваться, ведь я такая вся слабая. Вот, поэтому, знаете, тут палка в двух концах. И да, зачастую женщины заметили, да, что как только вступают в отношения, они свои денежки не тратят, они стараются тратить деньги мужчины, и на подарки даже мужчине они элементарно стараются не тратиться, либо тратятся по минимуму, а в основном тянут с мужчины подарки дорогие, хорошие, поскольку, ну, ты что, я же девочка, ну, что-то вот из этой оперы. Поэтому, да, прежде чем вступать в отношения с женщиной, выберите для себя вообще, не выберите даже, определитесь, какая вам нужна.